Теперь своеобразный отчет по духовно-патриотическому воспитанию молодежи Творческий союз иконописцев представил на территории Свято-Троицкого храма в Адлерском районе. Здесь в давние времена располагался храм Святого Духа. На открытии выставки присутствовали представители казачества, воспитанники воскресных школ и образовательных учреждений казачьей направленности. Пой, пой, наш казачий край, песни предков прославляй. Ребята продемонстрировали свои знания истории родного края и сами узнали много нового. Ведь в экспозиции собраны образы святых и реликвии русского народа, знамена, стяги и другая атрибутика православия. Цель проекта – приобщить молодежь к православной культуре. Данная выставка и работа по духовно-патриотическому воспитанию проходит под патронатом губернатора Краснодарского края. Проходит она на всей территории края, и вот выставка и эта работа дошла до Адлерского района. Реализация данного проекта – это еще один шаг по возрождению духовности в России. Выставка будет открыта до 26 марта. Все желающие смогут не только познакомиться с историей родного края, но и принять участие в мастер-классах по иконописи.